Ну что, да, господа, 7 утра, и мы в космосе. Ура! Сегодня, короче, очередной конкурс по танцам. Я с костюмом. Сегодня мы танцуем, лично я танцую 3 танцпола. Я приехала за полчаса до сбора, за тиньчиком. Это для того, чтобы в цыганском не были покажи. 7 утра это жесть, ребят. Я встала в 5. Ракета. Дяденьки, с которым я ехала, у него такая классная музыка играла. Я думала, я посплю, а я не поспала, потому что я не смогла уснуть. И только слушала классную музычку, типа Меландзе. Hello. Ого, смотрите, знаменательный момент, когда космос абсолютно свободен. Ты чё, без людей? Как так? Короче, я в туалете пришла, только немножко привести голову в порядок. Главное костюм, чтобы не помялись. Ну, пусть поваляются на полу. Вчера ночью этим заниматься было очень прикольно. Заплетать вот эти вот колосочки. Че, ну, трешки? Ну. Волосы до сих пор влажные, потому что я их мочила, чтобы они... Мочила. Чтобы кудряшки, короче, зафиксировались. Да. О, господи. О, ужас. Ладно. Алло. Итак, мы переместились в благоприятное местечко. Смотрите, пока красота. И продолжаем что-то делать головой, потому что так я не пойду. Хвостик и пучочек потом вниз. Какой-то кринж. Я тут сижу, сторожу на кубринок. Почему людей? О, море, море. А я Алиска. Какая-то шпилька прям в бошку. И заколочек незаконным наш. Челочек. Только надо адекватно заколоть, чтобы, типа, чтобы не было упора-то. Понял? Но если получается упор, то просто говорите, что со сцены не видно. Короче, вот так вот выглядит вход на сцену. Шарите за Домиником? Давай! Да, это мой влог. О, это видеовлог, это видеовлог. Извини, забыл. Короче, видите эти штучки? Они держатся на честном слове, реально. Ладно. No comments. Thank you. В целом это выглядит как бы Доминикана. Там всем все равно, потому что всем очень жарко. Всем все равно, как они выглядят в на Доминикане. Да. Это цыганские, кстати. Жиза. Ребят, это, ну... Мы так плохо станцевали, кстати, с современным. Да ладно тебе. Тоже плохо. Я выжила, это главное. Ура. Вот, кстати, ты рассказала, как вот это крутое освещение, и эти мега-лампочки прожгли чьи-то штаны. Да, вот эти вот. Литерали. Просто, ну, на жопе у кого-то прожжена теперь вот такая дырка. Гарри пахло, вообще никто не понимал, что происходит. Да блин, почему я в видеовлог попадаю с таким голосом? Я болею. Это я в чулме. На хайпе. Все, всем пока. Мы пошли танцевать. Hello. Hey.
начала. У нас есть Юля. Варь, цветочек на голову, я тебе сказала три раза напялить. Ну, цветочек, это пока что недоработка. Просто это исправно. Да, вы угадайте на счастье. Елена Игоревна. Золотый сначала. Да, я тоже не понимаю. Что танцуем? Хрис, везёт Машу, бегает. Варь, это не твой блок уже. Это любой. Мы танцуем Хрис, хорошо, мы занимаемся. Я у тебя... В общем, дела такие, мы танцевали. На самом деле я сейчас везде ничего, потому что там все собирают свои костюмы. Но я записываю влог. У меня все время одна и та же аргументировка. Извините, 5 утра. Сейчас уже 10:30. Что, я сейчас поеду на дачу отмечать день свадьбы бабули и дедули. Ура! Вообще все было плохо, кроме цыганского. По моим ощущениям. А что там будет на деле? Не знаю. В конце вставлю результат. В общем, сейчас сижу, жду свой заказ. Небольшой перекус, милкшейк. О, готово. Кстати, выглянуло солнышко. Оно греет. Самое главное. Зилка, скажи всем привет. Моя любовь. Черный-черный пес. А сейчас мы отправляемся на поиски кисулы. Кисули. Кисула, привет. Привет. Привет, моя хорошая. Она не любит. Не любит, но не всегда. Ну, кисуля. Ладно, сегодня не пришел в тренинг. Кисуля, ты не хочешь, чтобы я уходила? Пошелчик. Извините. Можно меня не кусать? Гордуса ест морковку. Гордуска, интервью. Hello. How are you? Не-не-не, здравствуйте, здравствуйте. О, злая собака. Слышь тут? Успи, собака. Писуль, бедная. Тебе Ася так, да? Шурочка. Иди ко мне, мой зайчик. Мы с дедой вышли погулять с собаками. Дико извиняюсь, конечно, но... Амур мем. Амур, ты что-то хочешь? Мы едем домой. Кстати, пока я была на даче, нам пришли результаты конкурса. Извините, я опять снимаю у дороги. Ничего меня жизнь не учит. Короче, мы получили 2 первых места. Но нам сказали, что типа первое место за современку мы получили, потому что классно станцевала другая группа.
первое место за народную мы получили благодаря мальчику на цыганском. Так что, по сути, я ничего не выиграла. Логика соткана. Вот сейчас мы едем домой. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Всем пока!